Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Политинформания» радиостанции «Народная волна Чикаго». Ее ведущий Эдуард Брумер. И Геннадий Брумер. А сейчас мы будем беседовать с украинским политиком, депутатом Верховной Рады, участником работы ПАСЕ Алексеем Гончаренко. Алексей, добрый вечер. Здравствуйте. Алексей, огромное спасибо за вашу возможность выступить для наших радиослушателей, потому что ситуация, которая происходит, трагедия, которая происходит в Украине, конечно, мы не можем остаться в стороне от того, что мы видим. Алексей, 24 февраля, черное число в истории. Скажите, а как вы узнали о том, что началась война, и вот ваши ощущения того, что произошло? Мне набрала жена, я был в Киеве, я, собственно, войну встретил в Киеве, и с тех пор практически там, буквально несколько дней я выезжал из Киева, а так постоянно нахожусь в Киеве, ну или около Киева, там в разных миссиях и так далее. И вот тем утром у нас за день до того была сессия Верховной Рады. Я еще выступая говорил, обращаясь к российским солдатам, что не вздумайте на нас нападать и уходите лучше к своим семьям, иначе на нашей земле вас ждет ад. Так это и оказалось, но вот я когда еще выступал, этого не знал. Утром в 5 утра мне позвонила жена, что она проснулась от взрывов, разрывов, начали бомбить Украину. Я, честно говоря, этого вот сам не услышал, ну и она мне это сообщила. После этого я, конечно, там сразу же зашел в интернет и увидел, в общем, что началось обращение Путина, вторжение, атака на пограничные наши заставы и бомбежка от ракетных ударов по всей территории Украины. Вот так я узнал, что началась война. Через 2.5 часа после этого мы собрались в Верховной Раде, депутаты проголосовали, и Зеленский издал указ о введении военного положения в Украине. Мы проголосовали, поддержали этот указ, так требует Конституция. Приняли еще несколько решений и, собственно говоря, разошлись. Ну вот так началась война. Алексей, каково сегодня положение в Украине и на фронте, скажем так, к сожалению, на фронте? Ну, положение на фронте. Но положение в Украине, конечно, тяжелое. 10 миллионов человек стали беженцами либо за пределы страны, 3 миллиона человек, либо внутри страны, 7 миллионов человек, то есть, которые переехали в западную и центральную Украину, с южной и восточной, из Киева. У нас уничтожены города. Мариуполь – это просто трагедия, и это уже станет символом какого-то нацизма российского. И вообще это новое Алеппо, Ковентри, Герника, Сталинград. Называйте, в общем, города, которые вошли в историю, просто потому что их уничтожили, стерли с лица земли агрессоры. Вот Мариуполь, к сожалению, становится таким символом 21 века. Очень пострадал Харьков, Чернигов, Николаев, атакуют и обстреливают Киев, но Киев большой город, поэтому масштаб здесь еще, то есть, ну, есть отдельные, конечно, очень тяжелые удары, но в целом так в городе можно и не заметить никаких разрушений, но постепенно их становится больше. Это я не считаю, там города маленькие, поселки, села, их много. Северные пригороды Киева стерты с лица земли, Буча, Ирпень, Гостомель. Сколько там погибло людей, на сегодняшний день никто не знает. Счет жертв мирного населения идет на тысячи. Никто не скажет сегодня, не назовет вам цифру, но это просто тысячи и тысячи. Только в одном Мариуполе речь идет о минимум больше, чем 2000 уже убитых. Скорее всего, эта цифра намного выше. 2000 – это то, что мы точно можем сейчас подтвердить. А это один город. Поэтому, ну, конечно, масса семей разорванных. То есть очень много людей, где жена, дети выехали за рубеж, а мужчины в Украине воюют или работают, или служат. Или просто переехали в другие регионы Украины. Масса человеческих трагедий, погибшие дети.
погибшие беременные женщины с нерожденными детьми. Но это очень тяжело об этом всем говорить. Это очень большая боль, которая очень много в стране. Алексей, если мы говорим о фронте, то, конечно, Путин собирался взять Киев за 2 дня, потом за 4 дня. Американская разведка там давала 96 часов. Как вы видите, заканчивается 4-я неделя. Путин не взял Киев и не возьмет Киев. Путин не взял Одессу и не возьмет Одессу. Путин не взял Харьков и не возьмет Харьков. Путин еще может взять Мариуполь из крупных городов, собственно говоря, все. То есть, конечно, с точки зрения того, что мир ожидал, что Украина падет перед этой, как они говорили, второй армией в мире, то оказалось, что Украина удержала этот удар, приняла, удержала, наша армия сдержала. Сначала приостанавливали продвижение врага, потом остановили, а сейчас уже переходят в контратаку и на юге страны отжимают врага от Николаева. И вокруг Киева сегодня вот освободили Макаров, это город на запад от Киева, по Житомирской трассе, Киев-Житомир, который, где враг перерезал эту трассу, то есть пытаясь окружить Киев. То есть, конечно, страна устояла, армия сражается, российские оккупанты несут огромные потери, просто огромные потери. И там Россия уже потеряла больше, чем за военнослужащих, ну, где-то сопоставимое, как в афганской войне Советский Союз, но там было 10 лет, а здесь 4 недели. Ну, вот, как бы, поэтому на фронте, конечно, ситуация, можно даже сказать, обнадеживающая. Алексей, вот продолжая тему российских потерь, российская, значит, пропаганда говорит и везде вещает о своем победобесии. У них сейчас это слово самое главное. А понятно, что это вранье. Есть ли какие-то точные или, может быть, какие-то цифры вы знаете о российских потерях? Я имею в виду солдаты, офицеры. В живой и в силе, и в технике. Ну, украинский генштаб и Минобороны публикуют каждый день, 2 раза в день эти цифры. По оценкам украинской стороны, нашей страны, около 14,5 тысяч солдат и офицеров погибли, около 1000 пленных. Число раненых идет на десятки тысяч. Мы, по-моему, его даже и не пытаемся посчитать. Мы знаем, что переполнены госпиталя юга Беларуси. Фактически белорусы на юге не могут получить медицинскую помощь, потому что все заполнено ранеными российскими. Переполнены госпиталя Крыма, переполнены госпиталя всех приграничных областей России. На границах России с Украиной стоят рефрижераторы с телами российских военнослужащих. Также разбросана масса тел российских военнослужащих прямо по украинской земле. Я своими глазами видел десятки тел, например, на юге Украины. Десятки тел, просто которые Россия даже не забирает, которые лежат и гниют на украинской земле, просто вот валяются. Американские данные говорят, там американская разведка называет цифры меньше, до 10 тысяч погибших, но в любом случае эти цифры, ну, конечно, огромные. Алексей, у вас была такая партия со странным названием «За жизнь». А что с ними сейчас известно? Рабинович, Бойко, Медведчук, который сбежал в неизвестном направлении. Суркис, да. Как, что с ними слышно? И, ну, может быть, кто-то из них все-таки понял, что нужно быть за Украину? Ну да, там есть несколько из них депутатов, я бы сказал, до 10. Их всего было 40 в Верховной Раде. Из нее уже вышло порядка, по-моему, 5-6 депутатов, я там точно не помню. Около десятка из них ходят в Верховную Раду на заседание. И, в принципе, за все голосуют. Сейчас у нас уже было 3 заседания. Они приходят, за все голосуют. Где находятся их лидеры? То есть Медведчук, Бойко, кстати, вначале был точно в Киеве. Сейчас я не могу сказать, где он. Я его не вижу в последнее время, не слышу о нем ничего. Где находится Медведчук, никто не знает. Он сбежал из-под домашнего ареста. Я думаю, что он находится в России или в Беларуси. Дальше. Господин Рабинович. Рабинович не знаю где. Кива сложил мандат, находится в Испании. Как любители русского мира, они все как-то его любят издалека.
поэтому по классике. Туда же в Европу выехали, вот были сообщения братья Суркисы с родными и с деньгами в виде наличности. Там какие-то речь шла о каких-то миллионах долларов, я уже не помню сколько. Вот, собственно говоря, как бы то, что я знаю на эту минуту. Алексей, к великому сожалению, Украина вынуждена вести переговоры с агрессором для того, чтобы сохранить жизни своих граждан, вынуждена. А что-нибудь можете сказать по поводу этих переговоров, какие пункты озвучивает Россия, которые ей важны, и, естественно, есть ли какой-то компромисс со стороны Украины в отношении этих переговоров? Да, ну переговоры мы ведем, конечно, Украина хочет мира, поэтому здесь нет вопросов, мы готовы вести переговоры. Но требования России очень странные, именно вот слово «странные». Ну, понятно, там есть набор требований, признайте Крым, Донецк и Луганск российским, мы это никогда не сделаем, то есть здесь места компромиссу нет. Есть требования России странные, это денацификация и демилитаризация. Какая денацификация страны, в которой президент еврей, которая, ну там, я понять не могу вообще, что они хотят от нас. Нацистами являются они. Вот они классические нацисты, Путин и его шайка. Прям по всему. Ну вот вы можете увидеть все параллели, какие только можно. Он использует термин «национал-предатель» внутри самой России. Этот термин придумал Адольф Гитлер и в своей книге «Майн кампф» опубликовал. Он речи Путина вот, нам о вторжении в Украину, речь во время там, захвата Крыма и прочее, они просто один в один копируют речи. Там Крым копирует аншлюз Австрии, вторжение в Украину копирует речь перед вторжением в Польшу. Даже термины. Гитлер называл вторжение в Польшу спецоперацией. Как Путин называет, они же запрещено это назвать войной, это только спецоперация, название разрешенное. То есть даже в мелочах. Сейчас из Мариуполя, когда из захвата, в Мариуполе идут уличные бои, часть Мариуполя захвачена оккупантами. Они вывозят оттуда людей и сначала их помещают в фильтрационные лагеря, где людей раздевают, ищут наколки, какие-то символы украинские, национальные и так далее. Ну, то есть это уже концлагеря, которые формируются на границе Украины и России. Ну, то, что бомбятся мирные города. Да вот Одесса моя родная, которую бомбили, вот вчера бомбили с кораблей Черноморского флота, сегодня бомбили с кораблей Черноморского флота. Это впервые за 80 лет со времен, последний раз это немецкие нацисты делали. Теперь это делают российские нацисты. Ну вот таких примеров просто бесконечно. Ну и это, конечно, вранье, безостановочная пропаганда. Все это очень роднит эти режимы, поэтому денацификация подлежит Российская Федерация, а не Украина. Поэтому что он хочет этим требованиям, непонятно. Есть требования по НАТО, не вступать в НАТО, еще ряд требований. Если вы спросите мое мнение, вы его спрашиваете, то я думаю, что перспектив у этих переговоров нет. Те требования, которые выдвигает Путин, они невозможны к осуществлению, поэтому я не вижу перспективы, во всяком случае, на этом этапе. Мне кажется, что Путин еще должен понести существенные потери, прежде чем он будет готов к каким-то реальным переговорам. А каково ваше отношение сегодня к вступлению Украины в ЕС, о котором сегодня уже идет разговор? И все, есть ли все-таки еще желание, мне кажется, достаточно скептическое желание вступать в НАТО, потому что ну, НАТО как-то не особо оказалось защитником свободного мира? Да, ну смотрите, первое, по ЕС, тут нет никаких сомнений, Украина очень ускорился наш путь. Я ожидаю там, в течение ближайшего времени то, что Украина получит статус страны-кандидата в ЕС. Дальше этот процесс, понятное дело, займет еще годы, но это будет уже политическое решение, очень важное для украинского народа, и мы ждем это решение от европейских стран. Что касается НАТО. Мы, во-первых, у нас это прописано в нашей Конституции. Конституцию никто не менял. Что наша цель – вступить в НАТО, и этому должны способствовать все ветви власти. Во-вторых, при всем скепсисе и действительно, я бы сказал, даже определенном разочаровании позиции НАТО, в то же время
ну, мы знали, что, в общем, у нас нет пятой статьи, которая бы нас защищала. Мы не член НАТО. Поэтому, в принципе, НАТО нам как бы ничего не должно, как организация. США и Великобритания – это другая история, потому что США и Великобритания были гарантами, когда мы отдавали в 1994 году свой третий на тот момент в мире ядерный арсенал. Он был больше, чем у Великобритании, когда мы его отдавали. И тогда США, Великобритания и Российская Федерация, что, конечно, очень смешно, гарантировали нам наш суверенитет и территориальную целостность. И вот здесь, несмотря на то, что документ оказался достаточно таким пустым, но в целом все-таки есть обязательства, к минимуму моральные, со стороны США и Великобритании. А со стороны НАТО у нас нет обязательств никаких. И поэтому, в общем, что-то здесь предъявлять сложно. Поэтому я все равно не вижу других. Недаром там тот же Зеленский говорит в своих интервью и комментариях, что, если вы хотите, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО, то скажите, а какие будут гарантии безопасности? Потому что НАТО нам нужно не как самоцель, не для того, чтобы просто украинский флаг висел там возле штаб-квартиры. А НАТО, Украина хочет НАТО как элемент гарантирования нашей безопасности. И других мы не видим. Вот Будапештский меморандум оказался пустым вообще звуком. Мы других не видим пока гарантий. Поэтому я не охладел к НАТО. Я считаю, что для Украины это стратегический наш путь. Президент там говорит о том, что он охладел к НАТО. Но как бы... Ну, тут такое, мне сложно прокомментировать. Он это говорит сейчас, потому что действительно охладел, или потому что хочет подготовить общество к возможному компромиссу с Россией на эту тему. Не знаю. В общем, в любом случае, конечно, мы бы хотели большего от НАТО, но другого механизма я на сегодняшний день не вижу. Я голосовал в свое время за изменение Конституции и внесение туда НАТО как нашей стратегической цели. Пока не вижу других гарантий безопасности для Украины. Алексей, в начале президентского правления Владимира Зеленского к нему было очень много претензий, причем со всех сторон. Называли его некомпетентным и так далее, и так далее. Как вы сегодня видите его роль вот за эти 4 недели по осуществлению обороны и Киева, и всей Украины? Ну, во-первых, вначале, наверное, все-таки надо сказать, я был в оппозиции к президенту Зеленскому с первого дня. Вначале у него был огромный рейтинг доверия в обществе и, думаю, что и за рубежом. Потом этот рейтинг доверия очень сильно упал. И вот к войне он особенно упал. Наверное, он был на наинизшей точке. С момента начала войны для меня президента Зеленского нет. Для меня есть верховный главнокомандующий Зеленский. И здесь совершенно другая ситуация. Я могу быть к президенту в оппозиции, а к верховному главнокомандующему я не могу быть в оппозиции. Мы должны объединиться, политика закончилась, партии закончились. Не мы начинали эту войну, мы не хотели этой войны, но ее начал Путин. Но раз он ее начал, то он начал ее при президенте и верховном главнокомандующем Зеленском, значит, при нем нам ее в ней побеждать. Вот, собственно говоря, вся логика, которая у меня есть. Когда мы победим, мы будем разбираться. Когда мы победим, мы будем выбирать и разбираться, что как было, как готовились к войне, как что проходило. На сегодняшний день в этом нет никакого смысла, поэтому я даже и не буду здесь ничего комментировать. Президент Зеленский делает две важные вещи, как минимум могу сказать. Первое. Он никуда не сбежал, чего очень хотела Россия. Ему предлагали западные спецслужбы выехать где-то. Он этого не сделал, и это достойно уважения. И он не вмешивает. И второй очень большой у него плюс, вот вы говорите, как он защита, он не вмешивается в дела военных. Я просто знаю это. И это тоже очень хорошо, потому что он, конечно же, не военный. Он не генерал, он был артистом, комиком, был продюсером, еще потом он стал президентом. Военным он не был никогда, и он это понимает, и он дал свободу действий высшему военному командованию, и оно эффективно справляется со своими задачами.
Вот эти две вещи, как минимум, которые президент обеспечил, я это только приветствую. Ну и повторюсь еще раз, до окончания войны никаких дискуссий быть не может. Мы все объединены, мы все как один кулак. Хочу сказать нашим радиослушателям, что с нами на линии депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. Алексей, хочу сказать, что мы здесь, ну, во всяком случае, в Чикаго, вы знаете, кстати, были недавно, насколько я знаю, в Чикаго большая... В октябре, да. Да, украинская община. Мы собираем помощь, как можем. Спасибо вам огромное. Открытые счета финансовые, и все, кто может, и я обращаюсь к нашим радиослушателям, кто может помочь всем, чем может Украине, это надо делать. Вот в нашем рекламном блоке было сказано, что будет концерт, доходы от которого пойдут на помощь Украине. А какая еще основная, главная помощь сегодня нужна Украине от, давайте скажем, США, Европа чуть-чуть? И если ваше мнение по поводу действий президента Байдена, как бы вы ее оценили? Спасибо. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить и народ США, и Чикаго, жителей Чикаго, и в целом граждан США за ту помощь, которая оказывается. Она большая. Это и финансовая помощь, и оружием, и санкциями, и много делается. И я хочу это, за это поблагодарить, потому что, ну, всегда можно что-то критиковать, но мы еще раз... Да, у США есть моральный долг перед Украиной в свете Будапештского меморандума 1994 года, того, что мы отказались от оружия сдерживания ядерного по просьбе США, а теперь имеем то, что имеем. Но далеко не все страны, как мы видим, соблюдают. Например, Российская Федерация, это мягко, да, скажем, не соблюдают. Поэтому США помогает, и за это огромное спасибо. По администрации президента Байдена мы видим, опять же, поддержку большую, но может быть сделано больше. И что конкретно больше мы бы хотели увидеть? Я не понимаю, почему не решается вопрос с самолетами, польскими МИГами, которые могли бы серьезно усилить ВВС Украины. Это те самолеты, на которые украинские пилоты могли бы сесть сразу и лететь. У нас есть пилоты, и наши пилоты просто... В условиях, где у нас реальное соотношение с российской авиацией 1:10, вот просто так, вот такое соотношение, сражаются и успешно защищают украинское небо. Понятно, что Россия все равно доминирует в воздухе, но это не полное доминирование. И украинские пилоты сражаются. Но у нас мало самолетов. А у Польши есть 29 МИГов, которые 29-х, которые 29-29 МИГов, да, которые могли бы нам очень помочь. И сначала там Польша что-то тормозила, потом сказали, что готовы передать, и дальше как-то начала тормозить Америка. Я не понимаю, почему. Не понимаю, почему это не происходит. Когда говорят, что это чтобы не было эскалации, ну, мы хотели там закрытого неба, которое нужно было бы обеспечивать американским летчикам на американских самолетах. Тут я, ну, США отказалась, сказала, что это будет война с Россией. В принципе, это можно понять. Мне бы, как украинцу, хотелось другого решения. Но я понимаю здесь позицию Соединенных Штатов. Но когда речь идет о советских самолетах, которыми будут управлять украинские пилоты, я не понимаю эту позицию. Но стингерами же мы сбиваем российские самолеты, стингерами, которые нам уже дает США. Почему мы не можем их сбивать МИГами? Да даже еще и не американскими, а фактически польскими. Опять же, в наших руках. Поэтому, в общем, эту логику по, значит, недопущению эскалации я не понимаю. И здесь, конечно, хотелось бы все-таки решения позитивного. И санкции, второе. Их есть еще очень даже куда увеличивать. Например, тот же самый SWIFT. SWIFT – это международная система финансовых транзакций. А с одной стороны, объявлено, что Россия отключена от SWIFT. С другой стороны, в реальности отключены только 7 банков. 7 банков, которые составляют 15% финансовой системы России. Но это ни о чем. Пока хоть один российский банк подключен, можно считать, что это фейковая санкция. А тут не то, что один, а 85% подключены. Поэтому вот эта санкция могла бы стать намного жестче. Запрет российским кораблям заходить в американские порты. Можно? Вполне можно. Это то, что вот могла бы сделать США прямо здесь и прямо сейчас. И я бы просил тех, кто нас слышит, поддержать это, обращаться к своим конгрессменам, сенаторам и добиваться этой помощи, потому что эта помощь не просто Украине, не просто из гуманитарных соображений, потому что наших женщин, детей убивают,
из воздуха российские самолеты. Но это и вообще у нас мы вернулись в 1939 год. Тогда тоже в сентябре многим казалось, что идет война Германии и Польши. Выяснилось, что это уже Вторая мировая началась. Я думаю, что сейчас уже началась Третья мировая. И мир может сделать вывод и уроки извлечь из истории Второй мировой и остановить войну в зачатке, в зародыше. То есть если бы тогда Гитлеру не дали уничтожить Польшу, а Англия и Франция, Великобритания и Франция выполнили свои обязательства перед Польшей, и с Запада начали бы войну против Германии, я думаю, что мир бы, вся история пошла бы по-другому, и миллионы жизней были бы спасены. Сейчас очень похожий момент. Путину нужно ни в коем случае не дать Украину разрушить и переварить, потому что это его цель, а дальше у него логика простая. Он захватывает территорию, дальше этих людей превращает в мясо, которое кидает на следующую территорию. И так постоянно. То есть дальше будет балтийские страны, Польша. На российском телевидении, на Первом канале, абсолютно серьезно, вот вчерашнее видео у меня есть на моем твиттере, можете зайти послушать, обсуждают, как, по какой стране первой нанести ядерный удар, по Польше или по Литве. Ну, то есть они абсолютно в безумии, это милитаристском, агрессивном. И их нужно останавливать здесь и сейчас. Украинская армия для этого сделала просто невероятное. Просто нам сейчас нужно помочь, чтобы мы вместе всем миром додушить агрессора в зародыше. Алексей, а то, что Владимир Путин является военным преступником, это даже не обсуждается. Это на все 100% правда. И чтобы не говорили российские каналы, никуда она не денется. А главный вопрос, который сегодня всех и обсуждает, и волнует, несет ли российский народ ответственность за агрессию России в отношении Украины? Давайте я отвечу на этот вопрос, если можно, давайте на нем поставим точку. Да, я прошу прощения, у нас буквально 2 минуты. Я считаю, что это очень важный вопрос, который вы сейчас задали. Смотрите, я опять пройду параллели. В 40-х годах слово «Германия» и слово «немец» стало ругательным. При том, что были миллионы немцев, которые были против нацистского режима, были в концлагерях, их убивали, они сидели. Но в целом слово «немец» и «Германия» стало ругательным. И ушли поколения, десятилетия на то, чтобы Германия исправила эту ситуацию. Я думаю, нечто подобное сейчас происходит с Россией. Слово «Россия» стало ругательным. И я бы здесь отделял русских как этнос от российского общества. Русский – это русский, который родился в Аргентине или в США, который вообще никогда не был гражданином России и осуждает политику Путина. Какие к нему могут быть вопросы? Никаких. Сегодня сотни тысяч русских сражаются в Украине против России и Путина. Этнических русских. Я их знаю, и эти люди, они говорят на русском языке, они сражаются за свой дом. За Украину, это их дом. Ведь кто сейчас больше всех пострадал? Пострадали как раз русскоязычные части Украины. Харьков, Мариуполь, Николаев. Это, там люди на 90% говорят на русском языке, и многие из них еще испытывали симпатии до начала этой войны к России. Сейчас, конечно, этого ничего не осталось. Поэтому к русским как этносу мы не испытываем ненависти, и вообще этнос не может быть виноват в целом. А вот к российскому обществу ситуация абсолютно другая. Российское общество несет ответственность за то, что сейчас происходит. И неважно, о ком мы сейчас говорим, об этническом русском, об этническом якуте, дагестанце, буряте. Это не имеет никакого значения. Мы говорим о российском обществе и о гражданах России. Они несут ответственность за то, что сейчас происходит. Это их президент, это их пилоты бомбят детские сады, родильные дома, театры, возле которых написано «дети» огромными буквами. Они их бомбят и убивают. Это же не Путин жмет на гашетку и спускает курок. Это делают сотни тысяч российских граждан. А еще миллионы российских граждан это все поддерживают в каком-то милитаристском угаре, зигуют, как это в Казани, они уже, это буква Z. Какой-то, кстати, еще одна аналогия с нацизмом. Там свастика, здесь буква Z. О чем Z? Почему Z? Никто не знает. То есть вот все это поддерживает российское общество. Может ли гражданин России выйти из-под этой ответственности? Может.
заявив свою позицию. Не молча. Тот, кто молчит, он пособник нацистов, пособник военных преступников и Путина, и всей этого банды. Тот, кто не молчит, тот, кто выходит на протест, тот, кто протестует, этот человек, к нему нет вопросов, к нему или ей. Здесь нет вопросов, этот человек высказал свою позицию, и этот человек достоин уважения. К сожалению, таких меньшинство в российском обществе, подавляющее меньшинство. Если бы 10 миллионов, если бы в Москве пол Москвы вышло на улицы, ни один Путин бы не смог их разогнать. Ни один Путин бы не смог с ними ничего сделать. Нет такой Росгвардии, нет ничего. Если бы 5 миллионов москвичей вышли, они бы снесли этот режим в течение одного дня. Но они это не делают. И они несут ответственность за Путина. Кроме тех тысяч москвичей, которые выходят, остальные миллионы и москвичей, и жителей России несут ответственность за все те военные преступления, которые сейчас происходят. И еще поколения вперед будут нести эту ответственность. Это тоже повторится, как с Германией. Десятилетия Россия будет нести эту ответственность, замаливать эти грехи. В общем, все повторится. Вот моя позиция по этому вопросу. Я благодарен вам за то, что вы меня включили. Алексей, мы вам благодарны за то, что вы вышли с нами. Мы поддерживаем украинский народ в его борьбе против агрессии. Берегите себя. Поддерживайте нас. Для нас это важно. Мы чувствуем вашу поддержку. Еще раз вам огромное спасибо. И вперед к победе. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания.